Мы приехали повторно купить сыра. Вкусняш все. Нам понравилось. Смотрите, короны все копченые, козьи. И овечьи. Нет, мы второй раз просто хотим на память себе оставить. Денег нету на сыр, хоть будем смотреть это. Не может быть, чтобы у вас денег не было. У нас нету денег. И ешьте, и думайте. Давайте. Спасибо. Нас угостили. Ой, какой вкусный. По крайней мере, натуральный. А это сколько стоит? 250, а мы посмотрим. А вот это же брынза? Нет, молодой сыр, первый сыр. Только первый снимаю. Что ты будешь брать? Мы брали вчера, знаешь какой? Мы взяли козий. Маленький. Мы взяли маленький козий. Он понравился. Очень. Надо что-то. Сейчас что-нибудь возьмем, потом вам покажем. Ладно. Пока. Итак, мы купили сыра, меда. Нас накормили всего. Дали вкусного, хорошего. Спасибо, до свидания. Нас накормили. Арсений, сейчас я сделаю репортаж, экстренный выпуск. Посоветовали, написали такую записку местную, я не знаю, как... Руфет, дайте, пожалуйста, этим пацанам хорошее вино Эльмира. Вот, потому что сказали, они еще лажу не делают, не разбавляют, не химичат, потому что все остальное болевать дальше, чем дристать соревнования между ртом и задницей. Поэтому... С этой запиской мы сейчас поедем к Руфету выхватывать хорошее вино для вас, ребят. Мы стараемся, просто показываем. Вот дом вино, это. И сказали, не знаю, открывать секрет или нет, что такое Виагра, ребята. Виагра на самом деле. Открываем секрет? Это мед с орешками. Это мед с орешками. Не поверите, мы уже съели такие, дети тоже. Ну мы не знали, что это была Виагра. Ладно, едем дальше за вином. Там тоже, может, свои какие-то приколюхи. В общем, с медом мы определились, купили. Сыр купили, вкусный. Ой, по утрам, да с яичницей, да жареный. Говорят, чуть-чуть обжарили, как с беконом. Сверху яичко. Обалденный буйволиный и овечий сыр. Ой, ребята, ой, что нас ждет. Сейчас услышим, елей будут нам лить. На сердце это будет дом вина. Пока увидимся там. Спасибо. Мы приехали в винный подвал. Сейчас эту записку будем отдавать Руфету, чтобы нам хорошее вино предоставили, продали. Вон она, красота теперь. Видите? Красота. Вон там. Там красота. Ой, какие горы. Какие красивые горы. Ой, ладно, пошлите. Пошлите, будем снимать. Пошли, Михаил. Три ведра водки возьмем. Давай руку, сын. О, сколько народу. Ладно, здесь мы не будем уже снимать, хотя по-быстрому снимем. Все красиво, как пахнет. Ой, ой. Ладно, все, до встречи. Итак, ребята, мы вам накупили всякого разного. Мускатного белого, мускатного розового, хончкара, полусладкое, букет, абхазии, всего-всего. Вот. Это мы, правда, себе. Ребята, а вам вот эту чачу. Чачу вкусную. Я не пью. Михаил за рулем. Вот, смотрите. А вот это синяя. Кому маленький? Что кому маленький? Это дядя Миша. Это дядя Миша вечером сегодня? Да. Да, Миша. Знаешь Мишу такого? Ну и куда у тебя рука пошла? Убирай руку. Сеня. Сеня. Вот. Вот они. Вот новые. Ой, как тут вкусно все. Мы опять привезли народ. Все, пока. Мы свое все купили. Мы покупаем и уезжаем. Спасибо. Привет еще раз. У нас машина загрязнилась. А еще по поездке из Томска мы в дождь попадали, из Томска сюда, в Абхазию, в Гагры. Сейчас мы решили после поездки за вином и сыром, решили медом заехать на автомойку. Вот она, автомойка. Нам помоет, машинка будет чистенькая, как яичко блесткое. Да. Все чистенько, все четко.
Она будет как яичко блестеть, мы рады. Вот там был проезд на Рицу. Оттуда мы приехали, дальше поедем вот туда на Гагру. Вы видите, все будет четко. Так, дети, дети, руку, руку. Все, мы следим, мы смотрим. Красиво, погода отличная. Вот дети кричат, как обычно, папа-мама, мама-папа, папа-мама. Все, мы смотрим. Смотрим, скоро будет чисто. Спасибо, пока. Сейчас что-то увидел. Кроссовки, смотрите. Прикольные кроссовки. Нравится? Нравится. Классные, да? Классные кроссовки. Наша машинка преображается в красоту. Смотрите, она какая чистая становится. И далее? О, что? Нет, туда нельзя. Вот она, скоро на чистейшей машине мы поедем. А техника вроде как обычный насос. Обычный насос. Сишуан. Все. Вот оно. Понятно? Вот так. Михаил. Собака играет. Нашел себе подругу здесь. Молодец. Все. Все, вон горы. Все заканчивается. Пока.